Это заезд от клуба, который называется 49 на 17. Приезжают туда все те же любители иррациональных чисел, что и на Marginal Ride, только в другой день недели и не туда. Ссылка на анонсы в описании. Также в комментариях я прикреплю тайм-коды смешных моментов, где-то кого-то нахуй послали, где-то кто-то ёбнулся, в общем, как обычно. И также видео задротам будет интересно принять во внимание то, что я наконец-то снимал без фиксированной выдержки. И это того не стоило, потому что движения дерганы, картинка плоская, артефакты сжатия прут. В общем, приятного просмотра. Чё, Тём, ставишь себе 300 миллиметров ручек? Да. Так, что-то не будет. Пошел бы ты нахуй!
пешеходов на автомобиль. Нагли, оп. Светофор какие-то есть. Бля, я вчера доставлял сюда два заказа. На втором заказе я просто такой, я в пизду, блядь, эту горку поехал на автобусе. Настоящий фиксер, прикольно. Реально, блин. Пообщался там с чуваком из Delivery Club или, блядь, из Яндекс.Доставки вообще. Ну что, спрашивают насчет велика. Охуел того, что мой велик стоит где-то 50, блядь, такой типа не парень. Тормози! Мне нужно 30 секунд. Пизда. У нас с тобой 1-1 походу, да? Чё? Сперва я тебя на Казанском подрезал, теперь ты меня. А. Я и не заметил даже. Это возле этого? Это все потому, что у тебя вот эти КамАЗа, вот ручки странные от окаянного. А, да-да-да, у меня бесовские тормоза. Да. Я тебя возле КамАЗа подрезал, что ли? Здесь сейчас я тебе в колесо немножко въехал. Ну это ладно, херня. Да, бесовские. У меня тут куча бесовских технологий. Утяжелители какие-то на руле стоят непонятные, я не знаю, зачем они нужны. Кто на руле? Утяжелители, говорю, вот эти вот. А чтобы рулилось равне, понимаешь, чем больше масса впереди руля, тем лучше велосипед едет сам по себе. Физика? Поехали! Правее возьмите, ребят!
Да. Ребят, съебите вправо! Блядь! Так, еще подождать.
Нахуя? Какой нахуй перерыв? Не только на загребе. На одном полотенце экран. А, у тебя правда, да, скрыт? Не-не-не-не. Ебать, тебе повезло, таксист! Стой, стой, стой! Это что, решетка просто? Thank you.
Опять, блядь. Там был последний, вот, мероприятие, вот, это мы с тобой вместе были, по-моему. А, изи-циклинг? Да. Не, изи-циклинг я на одном только был. Ну, вот я, вот. Это было последнее, что около связано было с Сергеем Московым, тогда без камеры еще было. Я с камерой был, ты да. Че? А, или с камерой, слушай, я не знаю. Да, 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 я потом загрузил видео, назвал его жопами и все обиделись. А, это оно было, то, ну, то да. Самое, да? Да, я вспомнил. Бля, причем это примерно первая моя съемка была. Я поехал чисто, чтобы было на ком потренироваться. Я понял. Я приезжаю домой, блин, у меня полтора часа женских жоп на экране. Я на них смотрю и пытаюсь там освоить цветокорректирование, блядь. Думаю, блин, чем я вообще в этой жизни занимаюсь? Освоил только жопы. Ну да, я помню, что ты вроде переименовал потом мужских жоп и типа и все. А было. Это уже другое было. Другое видео было? Да, 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 я там через неделю или еще когда поехал, вот были уже жопы мужские, да. Одобряем. Вот. Нога живет, я еще пониже седло сделал, не знаю, это плюс или минус пошло. Мы приехали на парковку. Получилось? Нет, не фартануло. Что, назад есть? Они там все назад куда-то ебанули, эти маршрутчики. Они вон это, с парковки съезжают, все нормально. Бояться грунта, что даже ножки на него не ступить. Ну лень все-таки слезать.
Всем как мудаки. Бля, он не пол. Thank you.
ебать тебя в рот. Поздравляю, вы выиграли Аликет! Я что-то не понял, что-то кнопки там застряли. Кайф. У меня меньше вышло 25, по-моему.